400-летие Дома Романовых отметили и на Новошахтинской земле. В клубе поселка Новая Соколовка прошла конференция под названием «Память русской души». В ней приняли участие священнослужители Шахтинской епархии, а также самодеятельные коллективы нашего города. Темы, поднимаемые в докладах, касались как исторического прошлого Руси, так и места монархии в современном обществе. Собравшихся приветствовал благочинный приходов Новошахтинска иерей Роман Амплеев. Он отметил, что святость Руси обусловлена стремлением к добру и христианским ценностям каждого ее гражданина. В пример докладчик привел духовный подвиг нашего земляка, викария Донской епархии, священномученика Захария Лобова. В период коммунистических репрессий новомученик российский Захарий Лобов хранил чистоту православной веры и свои убеждения в жесточайших условиях ссылок и концлагерей, не сгибаясь под давлением безбожной власти до самой своей мученической кончины. С докладом о первом русском царе Михаиле Федоровиче Романове выступил иерей Владимир Ильин. Он привел немало интересных исторических фактов, мало знакомых широкой общественности, свидетельствующих о богоизбранности молодого царя, первого представителя рода Романовых и прямого наследника династии Рюриков. Впечатляющим был доклад иерея Владимира Иванова об истинном лице социалистической революции, о возможности возрождения в России монархического строя и о готовности народа к принятию нового царя рассуждал иерей Михаил Борисенко. «Православная монархия вчера и сегодня» – это тема доклада настоятеля храма архистратига Михаила иерея Олега Васильченко, который с благодарностью вспомнил имена тех правителей, кто умножал Русь, кто ее расширял, кто содействовал укреплению православной веры, духовному и материальному процветанию Отечества. Украшением праздника стало выступление детского образцово-показательного ансамбля «Экспромт», руководитель Инна Горанчук. В исполнении ребят прозвучали замечательные песни, воспевающие величие и славу России, духовную красоту ее народа, неприходящие нравственные ценности русской души. В программе праздника звучали проникновенные стихи раздумья прихожанки храма архистратига Михаила Ольги Литвиновой в исполнении автора. Народные и современные песни патриотического содержания в исполнении самодеятельных коллективов «Россияночка», «Ивушка», «Истоки». По окончании праздника его участники прошли крестным ходом по проспекту Ленина, неся в руках хоругви, иконы и портреты русских государей Дома Романовых, отдавая тем самым дань уважения и молитвенной памяти тем, кто жизнь свою отдал за процветание и благополучие Руси.